Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Бэтмен-ниндзя. Попав в поле действия машины времени, изобретенной гориллой Гродом, Бэтмен переносится в средневековую Японию. Там оказывается, что уже неплохо ояпонившиеся злодеи Готэма возглавляют отдельное княжество, и достигший определенного влияния Джокер наконец-то дождался прибытия своего главного врага. Но не все хотят смерти Брюса Уэйна. Женщина-кошка и верный слуга Альфред тоже с нетерпением ждали появления Бэтмена. Мира из будущего. Четырехлетний Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Так как младенец забирает все внимание мамы и папы, мальчик очень ревнует родителей к сестренке и часто прячется на заднем дворе, где растет волшебное семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплетаются настоящее, прошлое и будущее.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!